там по тактике у нас? Все знаете, шипы бьем, от луж уходим. Могу зайти босса подамажить. Только босса. Давай. Давай, заходи, подамажишь. Бафом я прото, войд каски, экстрим кулаки, юпи кресты. Небольшой чек, присутствие ВРК. Ешьте рыбу. Варом. Кем хочешь. Маг, ШП, вар, пофигу. У Олега же есть друид. Сова. У Бьорна есть тоже сова друид. Есть, правда. Только у меня не сова. Точнее, у меня сова 60. Так, где экстримка? Экстримка тут. Флаг, вон экстримка, кулаки бафает. Крест, юпи. Лок СС на супердру. Вы хильте, ДД-ДДшке. Сейчас зайду. А ты на кого? Толик, вон Макс Толик поставил, берите булки. Пить реги, чтобы не было такого, блядь, что на профи у меня регов нету или там. Какая-нибудь херня такая. Ну видишь как. Да-да. Да нет. Если кто-то магом пойдет, Бьорна можно на кота загнать. Вот. Да, зайду. Кота? У нас в гильдии куча друидов, никто не хочет друидами ходить. Не хочет друидить. Как был бы у меня друид, я бы ходил. Олег, ты друг, уже дома или кинул. Не дома? Дома. Всегда был дома. Заходишь? Да. А, ты с нами на фул, да? Наверное. Ставьте шкаф, пожалуйста. Сразу в шкаф. Супер, все, ждем Олега и начинаем. Осколки войд собирает. Нарпала. Он первый. Кто в ролике на тот спей, в котором он сейчас идет, пишем об этом в РК. Да, ролик на один спей. Совершенно верно. А что вы пишете про X3? Да я на ретик сказал. Алк спрашивает, проснулся. ТП. Калк, ну все уже. Пока добрали. Если кто отвалится, у нас еще эта суслятинка отвалится, знаете, во сколько? Где-то около 10 часов. Может быть, чуть раньше написал, что он на 2-3 часа. Поэтому в РК как бы можете тусить. Если замены будут, будут добирать. Олег, где же ты? Да. На ком ты? Поставь плюс, чтобы я тебя увидел. Там еще не загрузился, говорится. А честер гласить. Смоним рочу. ДПР у тебя не прогрузилось, видимо. Да, еще не прогрузилось. Знаю, заходишь в такие лаги. Ничего, ни пати даже не можешь принять. А? Поним его. Раздобафайте сразу. Прям все-все-все ему накиньте. Почему неудача? Что, отменил, что ли? Сколько миликов у нас много? 4, 5, офигеть, 9 штук. Будете бить шипы. Фурик тут, баф фурику, кулак, инту, 300 баф. Рыба, какую-то фласочку выпил. Тут, наверное, от страха. Как на пол. Честер, тщеславие,
Рочестер, смарт, Рочестер. Все, да, бича. Ответственный. Да. Поехали. Стоим под босса за спину. Стабав. Стабав, дайте на бегу. Геру. Часть. Шипы. Бизоны, шипы не должны жить больше 5 секунд с таким количеством миликов. Тоф разбивает два мага. Сова. ШП. Шипы еще одни. Мелизарин, давайте рушьте их. Чку собирайтесь, я погнал. Держитесь скучно, будут шипы скоро, поэтому нужно бить их. И шипы разбивайте. В центре все там. Дал вам сакру, не сдохните, смотрите там. На пламя. Шипы бейте. Один ворот. Быстрее слейте его. Потом уже не появилось. За спину боссу. По лужам не бегайте. Прожимок нету для рейда. Шипы слейте и за спину. Еще шип трусы. Быстрее. А? Шипы, один вообще вон. Людочка там. Кант на шипе. Людочку сыграли слева сзади от рейда. Шипы добивайте. Отбегу на всякий случай. Лата на хули пала на оф. Мейн без кольцо. Килы. Точнее, эти не ханты, а эти лемы. Не лемы, а как их, блядь? Бенхи. Во. Ну ничего не надо, охренеть. Пошли дальше. Меня слышно рука вообще? Да. Хорошо. Трэш бьете, а я бегу, у меня лагает. Господина, нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет... Баламут. Нет. У тебя правда скиллы не прокачаны? Удар плети, ранг 1-4. Если так, то тебе придется прокачать свои скиллы. Спалите с рейда всякую
гадость. Недолго, да, тебе в Акерус нужно протонуться. Я правильно понял? Давай, короче, учи скиллы свои, потому что это не дело, блядь. Силы верить ману. А кратенько по тактике. Леди вводим слева направо. К трэшу я буду подводить трэш мелизону. На контроле у нас Андриага. Сова. Ты контролишь в каких-нибудь жестких РДД, знаешь. И два приста Клота и Минотора вы тоже на контроле, помогаете Фераме. Паладин и стан можете там на ходу. Да, Хризи, ты третий в танке будешь трэш помогать ДК слева танчить, притягивать к нему с лестницы мобов. Вот раз вас там двое будет, все милики будут слева, РДД будут, пусть справа бьют трэш. Бафнуть агрессивную. Падал. На пул. Бамут с туманами. Мута. Фумсум. Пришел. Пришел. Еще раз. Готово. Стримка. Слятинка. Фибрилляция. Смарт. Масвод. Поехали, короче. Справа. Сливаем сразу. Так, я... Трэш заливаем. Натики в приоритете. Забывайте. Дрягу захильте. Контроль будет. Контроль. Приготовились. Контроль. Троля. Паладины капли. Пристей, диспельте, леди. Кидала она там 6 проклятий, не проклятие, а магия. Трэш. Леди 38%. Им стопать ДД. Контроль. То, что я в контроле. 30%. Спальте без баламута там все. Еще что-то там висит на нем 20%, 19%. Стоп ДД, стоп ДД. Все, бейте трэш. Клейт не трэш. Контроль 5 секунд. Приготовились внимательно. Внимательно смотрим. Тролли и потом леди переводим. Быстрее. Усекаем. Войду стан дал. На пул, на БДК. Феди в центр. Набивайте агро. Ебанул кого-то там, да? Подождем пока. Трэш справа. Дух. Духов не взрывайте. Идите от духов, от лужи отходите. Иди правильно в другую сторону. Так, Андриаг, Берни Гэндальфа, супердруг Берни Баша. Попробуйте только духов еще взорвать. Тролль, давайте. Войда, блядь, убили Войда, пиздец. Гэндальфу дайте бафы. Трэш заливайте. Идите от духов, не взрывайте их. Видите, что они взрываются. Пухи, мили зоне, пошли на другую сторону. Агро пошло. Прожимайте агро, невидимость.
Притворяйтесь мертвыми. Сейчас трэш будет слева, дух. Супердру, отходи. Блядь, просто вы не видите духов этих. Вы их взрываете. Пробуем так. АБР было. Трэш заливайте. Залил его. Контролить некому уже. Две совы есть, но они не успевают. Трэш бьем. Тикасты и ДК, залп единых стрел. Поменьше урона будет по РДД проходить. Пухи в мелизону. Курикустан. Сразу ПВП, видите, как контроль ушли. Замедляйте, я не знаю там. Пара диспел. Трэш. Листы диспелите, пожалуйста. Масса рассеивания. Маги, помогайте, проклятие диспелить. Духов не взрывайте. Пол рейда умерло от того, что взорвали двух духов сразу. Духи Мелизона. Бегут Мелизона. Добивайте трэш. Там приверженец остался. Тщеславию стан дал. процента мало ДПС. Ладно, думаю, мы справимся. ДК тут живой. Притяните вот этого хрена из центра к нам под леди. Который там стоит, запуливает. Сакру вам этот трэш. Жестко, конечно. Киллы вообще лучшие. Контроль. На ухе там бежит кого-то убивать. Залейте трэш. Духи, отойдите. От духов разойдитесь. 13% добивайте леди тогда. Натик, убейте леди, бейте. Один трешак вышел. Вызови этих жердяев, вызывал уже. А молдаван вызвал уже, вижу. Все, фулл ДД в леди. Только духов не взрывайте. 3%. 1%. Пухнет уже. Опа, вот это да. Резаем своих. Я пока лут раскидаю. Неизбежно. Не надо он качать, тут просто два ханта и рога не могут накупить на второго танка. Могу. Почему это ло? Срывается на ханта, леди срывается на ханта, смарткилла, это вообще днарь, который не может притвориться мертвым. Ну короче, я не знаю, пацаны, вы водились, а играть не научились, у меня все. Какой это днарь, когда эта леди пошла на смарткилла, чё ты пиздишь сейчас? Да убила меня. Лестница что ли? На лестнице, она же вроде за магом пошла, если не ошибаюсь, она короче не нужно. Ханта. После того, как убила маг. Ты смотри, да. Какого ханта, ни на какого ханта не шел, не шла она. Клерим. На мейн танк надо кому? Так, Войт с маслот. Войт где-то. 42.
А Void имеет смысл плеер смотреть, или он у тебя самый высокий там? Сейчас посмотрим. Так. Void Force 3374. Ну да, Void. Это облачение. Надо кому? Кожа. На Уов. Кому, короче. Тут в одном мобе сразу три шмотки лежит. Ну, классно. Тебя мне сейчас не имеет смысла ставить группу лудаун, все равно же нужно будет переключать. Если ты подойдешь, я тебе покажу, смотри, где я стою. ГП, да, умею, просто у меня это занимает некоторое время. Форс, что он там, сколько она стоит? Плечо. Шлем. 531 ГП, да? Правильно? А нет, 778. 778. Блять, как он там начисляется? Сейчас надо вспомнить. Ну а где он лежал? Значение ГП выбираешь вообще любую шмотку, пишешь значение и делать начислить ГП. Во, все, нашел. Пушки кто умеет, лок там, вон это в пушке тоже, Хризи, Баламут, давайте по пушкам. Да, вот все кто в вагонах, ханты там, два ДК, лок, хант. Лок. Ну, лок опционально. Парашют взял. Поехали. Что там, каску пару бегаете? Кто-то там не добежал, вас сейчас закинет на корабль, я уже отправляюсь. Минелтор сейчас портанет тебя. Еще Рочестер, смарткил. Кому? Роги. Славик, наверное, бафает каски, не? Войт бафает каски. Давай каску. Войт каски, экстрим, как у Аки. Я уже дали ему. Всем бафы, когда падают. Правда. Стоп. Барабан, да. А тут паладины не хотят. Да, уже каску. На рек пристал. Рек с юпи. Ну-ка, придем пробафимся заново. Хорошо поработали. Огонь!
Все, добивайте. Ой, тебе везет. Что, у меня нет? Ровно. На мой надо кому? На оф. Продам все, места нет в сумках. Нет, дурацкая, нужна кому-нибудь. Изи. На мейн? На что? Считай, что мейн. Да за 10% отдаем, это не может. Славик, бафы, каски. Пусть будет 10. Пояс какой-то. Упало. Магнитная. Пояс латный, Рочестер, Навара, супер, отлично. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Что там еще, 50 секунд? По станам, я даю стан тому чудищу, где вот, который, где сова появится, трусы, то есть вся за спиной. Где у нас хулипал? Ты даешь стан чудищу, которое справа будет. Вот здесь вот. Вот здесь справа. Да, Юпи. Юпи. Вот здесь вот будет чудище, ты ему даешь стан. Молоток этот. По заднему. Два ретрика, двум остальным, которые вот тут будут стоять. Войд, можешь давать тому, который ближе к воротам. А другой ретрик. Славик, ты бафишь по паладинам каску? Это каски с тебя. Бой начался, короче. На пул, ставься и геру. Как-то криво поставили, он бегает много. Ладно, бьем. Кинулись по расколу. Кто не хочет стакать, да? Кто еще 5 секунд? Приготовили станы. Сливаем быстренько их. Вот так вот. Усы. Ты долго живут. Чем вы его поворачиваете куда-то сюда? Могу понять, где ДК стоит. Вот я только сейчас нашел, у меня лаги были. Смотри, мой косяк. Рэш. Танем. Замедляем, убиваем. По луне потом не забудьте поиграть. Вот хорошо. Будет еще два трэша. Трэш 5 секунд. Тэн проки. Танем. О,
Молодцы. Ну, супер. По фулду, да. Успеем? Не, не успеем. Будем сливать трэш. Секунда, трэш. Последний. Сливаем. Должен никого сожрать он. Отлично. Все на чумку. Что там в сундучке? Паладин, жрец, лов, героический токен. Твои ПГП. Войд, Харзул, Юпи. Войд. Ребята, пока трэш, я быстро настрою дона, то у меня ДБМ вообще нифига, нифига не работает. Настрой. Так, и плащ бисовый. На ретрика. Нет, на ретрика? Нет, не на ретрика. Хила бисовый плащ. Надо кому? На эрдру, да. А Офен на Лтору. Офен за сколько? За половину? За 10. 10. Половина это когда на мейн один ролит. Так. А у нас супер друг куда-то отвалилась. Я добываюсь. Тебе плащик нужен был, Карина? У меня уже есть. Залья. Хаба, хорошо. Сейчас я быстренько ГП раскину. Идите пока трэш чистить. Печенку 495 по фулу. Сколько она там? Троическую 738 ГП, правильно? Триста? Окей. Печенка, хризи 10%, это 10%. Тридцать Что там, вместе со мной что начисляете или что? Вроде остановился ГП накинуть. Тору тоже вроде кинул. 28 ГП, а не отобразилось. Числилось, нет. Под мордой второго стоите.
дальнего получаете АОЕ. Депресс райда 270C. Слизнюка диспельте. Пина 13-6 штук. Конус льда, кольцо холда. Кайте этих холодных ребят. Ой, ты здесь? Дай каску пристам. Есть? Тоже вижу, что есть. Она какая-то не такая, да? Еще раз тебя. Ты просто, когда их перебафывают, там каска сражается не там, где я в первый раз была, поэтому не в первый раз замечают. Наверное, поэтому. Там исследователи, 4 штуки, 3 слизня, вводим их, собак не трогайте пока. Левый идет, ну, давайте левую. Ну ладно, субъем их. Если так вот сразу накидывают, да? П2. Я вот смотрю. Да не, вроде смотри, пока только 2 стака. Нет, быстро. Забирай. Посиливаемся. Килл, как так получается, что он агро срывает? Самосводы едят. Давайте дернем ДК вон этого. Пойдите его к нам. Второго тоже. О! Самосводы едят, блядь. Вообще не дня в гильдии, блядь. Мстительный соживатель, кошмар. Хоть дай гнев мне когда. И с тюстаком можно и отъехать, я так понял. Есть веточки? Нет. Так, в рынке визе. Ну зачем 3? А ой, подождите, у нас еще и соживатели остались, я забыл про них. Ну ты танка, я не понял дело, уже всегда в 2 танков начался.
три танка, ну видишь, мы вдвоем дотанчили с самосводом нормально. Даже с учетом того, что его жрали. И нормально. Так, в рейнже два ханта, два приста, это четверо, лок пятый, сова шестая, так, кто у нас еще там есть? Так, Элем, у нас есть там, да, фибрилляция, вот. Ханта 2, ШП 4, сова лок 6, Элем 7, я 8, еще один человек нужен... И некого, прикиньте, только два мага остались. РДД, вы не будете сдыхать? Или мне подстраховаться? Это попросить. Который 5к ДПС дамажит этого ДК. ДК, Харизи, знаешь, что будешь делать? Спекси, короче, в танка. И будем слизни не взрывать. Каждый будет танчить по 4 стака. Ну, видишь, нам нужен в РНЖ еще один человек, а, блядь, из РДД не вариант никого убирать. Маги в крайнем случае выходят, если кто-то умрет, короче, чек на пол. Вот, будет Хризи, потом Баламут. Так, ждем Рочестера. Только он забегает в комнату, пуляем. Вперед, вперед и вверх. Ставите, дадите Геру не сразу, чтобы проки в говно не улетали. Вот теперь Геру можно, правильно. Когда никто не бежит, когда все кастуют. Акции, все по классике. Палы баблоют, маги глыбуют. От брызг слизи желательно отходить, если есть такая возможность. Видите, у него АУЕ, меньше 180 градусов, сова, уходи. Скажешь, да, как скажу. Блин, опять осагрился слизнюк. Хант, уходи отсюда. Ну, я вот заблевал троих, да? Извините. Из Мелизона не подходи, пожалуйста, не надо. Стой на РНЖ себе и покуривай. У нас маленький один, два маленьких, да? Делаем... Нет, на ханта не кину, сейчас делаем большого. Дрягу хильте, сова дубожопни, во. Большого. Рези забрал его. Даем сакру, покидайте лужу эту. Здесь опасно находиться. Рэнджу наберите, сейчас будет блевота. 4. Ой, что такие лужи жесткие. Ханты, отпрыгивайте. Минус один. Из Мелизона ханты. Из Мелизона все, кто не должен там быть. Один маг в РНЖу. Один маг Гэндальф в РНЖу. Хризи умер. Будет страховка наша. Танк, не беги в Мелизону. Сейчас взрыв будет, скажу, куда бежать. Отбежали. Бежали с тех мест, на которых стояли. Туда упадут слизни. Сакры нету. Прожимайтесь. Ждите блевоту и сбегайтесь. Все, газ кинулся, сбегаемся. Гэндальф умер. Следующий маг в рендж. Маг в рендж. Еще любой милик в рендж. Войд, выйди. 9% просто на рендже можете постоять. Лужа под РДДшками. Уходите, я сейчас слизни соберу ваших. Добивайте уже гнилого. 2% норм. Сейчас упадет чешка. Мать павших.
Я же сказал, упадет. Ну, я это имел в виду. Сладенько паролем сразу. Объект на мейн. Надо кому? Совы, Африки. Кофе, баламут. Можно, конечно. Индриага получает объект. Вот это говно нужно кому-то? Хулипала. Маном, да, там, хулипалом. Хулипала за 10%. Ну, никто не ролит, поэтому чё. Тоже, знаешь, как бы много таких хитрецов, которые сначала не ролят, потом видят, никто не ролит, и говорят, а я за 10 заберу. Короче, не надо себе за 10 возьмуть. Жал рога. Осколок еще. Кому? Сумон. Технопул. Дельф. Бафов нету каких-то, видимо, да? Каску могу. Осколки, да, вообще прям конвейер какой-то, блядь, осколочный. Хризи, каску. Войд, бафы, пожалуйста, каски. С тебя уже постоянно просят, уже три босса смотрят. Хватает людям твоих правительств божественных. Чек на пул. Профом рыба будет, все готовы. Хаба. Хаба-хаба. Хаба-хаба. Погнали. Нужно капли какие-нибудь, сумасвод, что-нибудь такого плана. Так или так потанчишь. Смотрю ДПС, у нас, конечно, не супер-пупер, так 260-280. Мешка летит в танк. Восьмой стак. Танк прибежал в пельмень, прикольно.
такую вещь интересную заметил на Тухлопузе. У меня на фулбис протопал. Меня он пробивает. Я полностью на ХП забит. У меня иногда он пробивает, когда я его забираю. То есть до рельса. Пью баночку на броню, которая сейчас на мне висит. Этой баночкой никогда не пробивал до ревностного. Не, там в Мелизоне, осторожно. Бегите, ставьте шкаф. Сейчас я лупу скидаю. Что там упало? Кровь. Паламут можно. Осколочек войду. Кровь. Чатки на мейн кому надо. Хилы. Кому? Без шея на хулипала. Кому надо? Паролю. Без шея с этой сонотели идет. Паны же, да? А, ну все равно паролю. За 10% пусть будет. Сейчас надо поначислять ДП на ивенте. Хрень. Земля кому? Давай, Юпи. Кому, да? Окей. Дает начислить КП. Почему? А вот дает. Скачался аддон на этот. На перетаскивание окна на окно. ЕПКП все равно нельзя перетащить. Хреново. У нас тут два АФК пока, но это не ключевые роли у этих игроков. Я в кукле. Первого зеленого слизня замедлять не будем. Будем бить его там, в куче. Вот здесь милики будут справа. Всех остальных будем замедлять. ДПС там стопится такое. Если нужна рыба, ставьте рыбу. И бафы нужны, ставьте бафы, джифсы. Короче, сумка забита, даже нечего положить никуда. Держи сова, это тебе. Спасибо, не стоит. Некуда девать это все. Раздаю тем, кто не может пользоваться этими вещами. Чек на ФК был, если что. Смарт, потому что писали, что отойдут на минут две. Так, Рочестер здесь. Рочестер, певчий ты здесь. Здесь певчий. Ну все, если здесь, тогда я пошел пить. Тянуть не будем. Я выпил, неслась. Колбами бегаем, пельмени не ловим. Бегаемся. Почему на танке не держим? Ну, первого замедлять не будем. Милики, идите под профа, под здесь колбу зеленую. РДД все кучкуйтесь около суслятинки, там около совы. Стопайте. Стопайте, дамаг, стопайте, 85 уже, стоп ДД, правильно. Кто-то перейдет.
Full ДД зелень. Сейчас он выберет кого-то. Отлично. КРДД отошли мелики, КРДД отошли мелики, да. И все. Отходите и ловите его. Приводите проф. И все, все к столу. Все к столу. Все к столу. Зеленый, потом красный. Кому передавайте? Зеленый, красный, зеленый, красный. К зеленому сбегаемся, в черепок сбегаемся. После отбрасывания бежим в центр комнаты, чтобы не умереть. Полукругом раскидало вас. И в центр этого полукруга возвращайтесь и сбегайтесь, чтобы он бежал сразу в кучу, а не в одного. Ретаргет красного, отошли от него. Ретаргет Боб. Боб по сове, бегом. Молодцы, добивайте. Он 10 секунд висит, вы успеете добить. Быстрее. Молодцы. Пельмени, лужи, колбы. Дальше самое сложное. Пельмени, лужи, колбы. Лужа. И колбы будут. Следовательность именно такая. Сейчас красный вылезет. Пельмени, лужи, колбы. Красный уже можно переключаться. Перстар, красава, два пельменя. Лежит, пока не тратит ПР. Бил. Бомбы, да, от этой откинул тебя туда. От колбы, точнее. Зеленый слизень будет. Химическая бомба, уводи оттуда. 4%. Хорошо. Верс старый, если думал ФКшить, не надо. Не оценил. Зеленого замедлил, бейте зелень. Ну, обычно кто умер, никого не резают, они такие, а пойду-ка я отойду. Бывают такие персонажи. Ну, 46. Зеленый слизень. Красный выливается. Красный слизень. Стопните по профу. Стоп по профу. Стоп 40%. Бейте зеленого. Точнее красного. Где кто он там свет, блядь? Красного бейте. По профу играйте. Лужи там как-то разлились. Хрена я не заметил, какого он цвета. 35 переводка, да? Минус 3. Андреас Берг Гэндальфа. Супер Дру, Бэрниш, Селфиш Морона. Играем в зеленого, потом в красного. Замедленно. В череп сбежались. Геру, да, в череп сбежались. Откинул, старайтесь сбежаться в одну точку. А, так, второй. Тот самый, отходите сейчас от красного. Подальше держитесь, ретаргет. И Боб на... На ком он, на сове. Молодцы. На тщеславие. Так, пельмешки в центр. Играем по пропу все. Дальше перед самое РДД, встаньте у лужи, где демон стоит, перед мордой, чтобы танки стояли. Там будут не пельмени, а лужи будут лететь и отрезать весь рейд. Забрал, что он не идет ко мне. Войд, дай дивана самосвода. Оба лужа. Масвод, сними диван. Вам сакру, чтобы выйти от этого говна. Всего. Все на трех стаках забираешь. Убиваете. Чуман на танках.
Неплохо. Туда за спину. Мне чума. Туда давать танку второму. Убивайте. Ресы Войда, ресы Киллер Стара. У меня ничего не выйдет. Че упало? Может быть, колба? Нет, очень жаль. Песочку все ролим. Один у меня. 96 самосвод. Троллы еще. Бревниш сранит на кону. Самосвод 96. Джин. Печенка. Геровская. ДК Магдруль. Троллим. Бламут. Может ли Бламут ролить? Я не знаю, как бы он в рейде. Гильдия или не с гильдии? Ну, Христос Акбар какая-то гильдия. Может он ролить или как? Не может. Ну, не может, значит не может. Могу обычное отдать. Я вам просто. Ну, вот этот героический токен, что? Почему не может? Ну, не потому знаю. Потому что он не в гильдии. Не в гильдии, наверное, да. Правило такое. Самосвод выиграл печенку на ДК. Приор 18.45. Пояс на... Вот, кожаный. Надо кому? Кламиды профессора. Не надо, да? Окей, отдам сейчас кому-нибудь. Что это, кожа у нас? Сносит кожу. Печенки. Сейчас этим бомжам отдам. Привет. Погнали, мне вообще мне нравится так рейдить. Раздал, сразу трэш. Сумонили. Пересекать. Какое-то дерьмо дали. Какие-то цепи. Нефть небес. Как этот скилл называется? Поток волшебный по КД. Какой классный диск. Ну где диспел? Вот, помоги по диспелу. А ты АФК? Давал, скорее всего, экстримка. Потому что мой... мой не пошел откат. Скорее всего, экстримка дал, да. Христы, Клота, Минултор. Так. Звездочка, Минултор, Печенко. Контрольте их. Так, сразу стан. Пустан прописывайте тактику. Эти в советника. Пришел. Прочестер. Какой-то скилл там. Очень прокачан хорошо. Или я гонил. Его кидаешь, чтобы стакать. Вс
вообще как раскол брони. Он первого уровня. Или первым уровнем только стакают. Тихо, добивайте. Метки поставил, киньте контролем. Патруль ведет только. Могут согреться. Оп. Второй. Бьем рослого. Тактику сразу стан. Вот мы вредим он. Сразу ему стан прям. Спасите вара. Советника. Советника дал сакр все прожимки. Вар. Умри. Погиб, да. Пал смертью храбр. Типа прям по КД стан, ну откинь ему прям. Просто по КД ему кидайте его. Пятинка бывает. Нужно на трэше пинги большие. Око съели. Ру. Давайте треснем их. Сразу тыкайте кнопочку воскрешение там, у кого что, какие скиллы. Все, резнулись. Кому надо им бафать, что-то бафаем, остальные бегут агрить пачку. Риск не подходите. Это близко или нет? О, тактика. Бьем тактика. Па, с масла встанет. Рибаф, достайте рыбу, рибаф рогу, флокка и вара. Почесто. Тиман хилы. Почесто, почему он умирает?